Кратенький брос новостей. Сегодня 11 мая 2023 года. И вот что хотел бы сегодня сказать. Мы видим, что возле озера, там где лестница у нас, работают хлопцы. Это с той самой компанией, которая делала нам это озеро и все остальное. Мы постоянно лазим через забор, чтобы покормить рыбок, собрать мусор с озера. Просили, чтобы там сделали на петельках калитку, чтобы можно было открывать и спокойно проходить. Нам, пенсионерам, уже тяжеловато лазить через забор, да и стыдно. Но для того, чтобы это все было, они делают калиточку. И вот эта вот новость, которая сегодня пришла. Где там у нас? Вот она. Площадочка наша. Должна быть детская площадка. Обещали до конца этой недели закончить работу по ее, как сказать, наполнению. Поэтому будем ждать. Будем надеяться, что все будет, как они обещают. А пока вот такая вот у нас ситуация. Внутри нашей территории, придомовой территории, между домами по улице Федоровской, Олега Кебельбек. Погода сегодня замечательная, солнышко, но прохладненько. Смотрите вчерашний выпуск «Сводки погоды» с пляжа Любимовка. Вот так все, вот так, вот так, вот так, вот так. А тут раз, и калиточка появилась теперь. Спасибо большое, теперь можно будет... Вот она. Замочек висит. Калиточка появилась, спасибо большое. А то мы все через забор лазили к озеру. Рыбок покормить, обе озера почистить. Теперь можно будет вот так спокойненько туда пройти. Спасибо. Ступеньки туда вот. Что-то я не вижу там сегодня рыбы. Солнышко не так идет. Ну ладно. Но она там есть, точно знаем. Мы же кормим мы периодически. Вот такие новости на сегодня. Все же прижились деревья, а я очень переживал за них. Вон, придется потом, когда все распустится, сухие ветки подрезать. И вот это дерево то же самое. С красными лентами наверху. Видно, не совсем удачная корневая система была. Но ничего. Сейчас все распустится, сухие ветки подрежем. Чтобы оно прижилось и не болело. Это дерево возле нас. Каждую весну подрезаю сухие ветки. Вот еще не до конца распустились, чтобы посмотреть, где живые, где нет. Даже здесь, казалось бы, не живая, а так смотришь на нее, живая, поэтому трогать пока не надо. Когда все распустится, будет явно видно, где что. Ну и место среза взваром обработаем. Борется дерево за жизнь. Мы стараемся ему помочь в этом. Ну вот мы опробуем уже калитку уже. Уже сквозь калиточку прошли. Иван Павлович Кваша пошел кормить рыбок. Вот он кидает. Я уже сегодня не буду ходить к озеру. Давай, давай, родной, давай. Только сейчас с женщинами говорили, есть там рыбки или нет. Говорю, раз корм съедают, значит есть. Так что теперь будет вот так вот легче подходить туда. А Валерий Михайлович возле калитки стоит. Хитрый какой. Вот на этом новости наши все.